Разведка ульяновской бригады воздушных десантников, преодолев сотни километров пути, добралась до Самары. Это только первый этап. Марш-бросок рассчитан почти на 1500 километров, посвящен победе в Великой Отечественной войне и 90-летию ВДВ. Все участники похода первый переход выдержали. В марше солдаты говорили о событиях 75-летней давности. Больше гордость берет за то, что мы силой и духом переломили этот ход событий. И сейчас мы живем в свободной стране. В каждом городе, куда приезжают участники марш-броска, они проводят встречи со школьниками, на которые приходят и ветераны. Среди них и Сергей Алехин. Участник Сталинградской битвы ушел на фронт в неполные 16 лет, прибавив возраст. Комиссовали после ранения в голову. Никогда не забудет чувства, которые на него нахлынули, когда увидел пленных фашистов. Об этом в Парке Победы у мемориала ветеран рассказал участникам торжественного собрания в честь завершения Сталинградской битвы 2 февраля 1943 года. Чувства были просто, понимаете, брезгливые, потому что они шли сгорбленные в этих своих тонких шинелках, особенно итальянцы в голубых своих. Они вот шли, падают, замерзая, потому что морозы были до 30 градусов. Упал, немец не обращает внимания. Это наши только русские. Душой подбирали человека, вели его, тащили его, но все-таки не бросали. Возложить цветы к вечному огню и послушать вехи истории Великой Отечественной войны от участников тех событий пришло руководство Советского района и представители самарской молодежи. Ребята уверены, историю страны нужно знать, чтобы ощущать себя единым народом. И такие военно-патриотические акции способствуют этому. Есть люди, которые узнают только на этих мероприятиях, есть такие, которые чтят и помнят великую нашу победу. Я думаю, что нужно не только на этих мероприятиях вспоминать об этом, но также и для себя именно углубляться в историю, узнавать какие-то факты новые и известные уже. Военно-патриотические акции в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне проходят во всех городах и селах, через которые проложили свой маршрут ульяновские десантники. Впереди у них еще сотни населенных пунктов и городов. В том числе Казань, Чебоксары, Нижний Новгород. Закончится марш-бросок в Наро-Фоминске. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События.